Давай в футбол им поиграем. Давай. Он пристал ко мне. Ой. Он упал. Блин, да что ж ты в футбол не умеешь играть? Нет, я всего месяц ходил на футбол. Я вообще не ходил на него, я просто играл с друзьями. Всем привет, дорогие друзья, с вами Арти Триман, мистер Викс 4, мы продолжаем играть в Dead Space 3. Нас, и мы вчера родились. Да, мы вчера родились, а в каком смысле вчера родились? Ну, как, тогда, помнишь, из мутанта вылезли. Как из мутанта. А-а-а, точно. Пошли. Пошли. Итак, что тут у нас сейчас будет? А у нас тут... Тёма. Будет бессмысленное карабкание по скалам. Что? Тёма, ком сюда. О, точно. Я у нас слухарь. Кажется, у меня не такое. Бывает. Это как в Скайриме я сказал. Мы будем лучить. Лучить? Что это значит? Не знаю. О, я вижу экран. Ты вообще ничего не значит. Я знаю, что ничего не значит, но все же. Элли, извини, я ее убил! Точнее, его. Элли, извини. Азик? В аду. Где Роберт? Он... С ним все нормально. Я убил его, Элли. У Элли два раза. Чего? Прости, у меня не было выбора. Не, я. Позитивный человек. Нортон нас предал, Элли. И чуть не прикончил нас. Азику пришлось это сделать. Я бы вынужден. Да ладно, надо двигаться дальше. Не психуй. Но осталось только четверо. И я не смогу. Так все правильно, ты и так не сможешь. Зачем тебе мочь? Тогда и остаешься. Тогда ты остаешься. Да, Карвер вообще охренителен. У Карвера лучше уже... Айзека. Ему нечего терять, как говорится. Ему просто типа надо идти, насрать. Ну кто-то умер, насрать, чё. Кому это надо, это как спасать тех, кто умер. Да вообще. И точнее скорбить о них. Кому они нужны? Так. Пошли. И все. Камон, 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 камон! На уэх. Быстро. Поехали! На перегонки, да? Угу. We're gonna start an avalanche if we all try to climb this. What do we do? I'll climb up first and have a look around. Maybe there's a safer route. Крестом идем. Крестом. What the fuck? Ого, меня чуть не задело. Вообще, меня тоже. Ладно, как говорится, победил. Старше. Ну, красный всегда побеждает. Голубым места нельзя. Ну, ты даешь. Я еще желтый. А, ну да, сейчас-то желтый. Побежал, побежал, Карвер. Ого. Да, в коопе гораздо... Веселее играть, это вот единственное, что я понял. И дольше. На прохождение Dead Space 3 в одиночной кампании мне ушло вроде бы 13 частей, да? А сейчас уже больше 15, и это круто. Ты любишь, когда серий очень много? Ну, мне просто доставляет прохождение, я не смотрю на сколько серий получается. Элли, камон. Ну Элли, Нортон тикал пистолетом мне в лицо. Ты никогда не верил в меня, в эту миссию, не в нас. Мне пришлось найти кого-то,
должен был помочь мне, и теперь он мертв. Ты все испортил, как всегда. Я не ослышался. Ты серьезно так считаешь? Да, они притащили тебя сюда под дулом пистолета. Думаю, как она, меня она только... Потому что, блин, мне уже все. Мне уже это как... читать субтитры как-то не тянет. Ну ладно, вот сейчас вот реальный кооп. Самый замечательный, прекрасный и т.д. и т.п. Кто в Майнкрафт играет? Я. Я имею в виду тут. А, тут не знаю. Чего ты взял, что тут Майнкрафт? Ничего не вижу. Не знаю, он ломает текстуры. Какие текстуры? Значит, что Майнкрафт. А что тут элита делает уже? Не знаю. А, кстати, элита-то суперская ведь. Радоваться на, что такие охренительные чувачки. Сзади. Это тупик, Тёма. Они нас убьют. Не так рано. Не что? Так быстро. Не так рано. Я на каком-то другом языке сказал, слушай. На внеземном инопланетянском. Не, на своем. Да? Да ладно, шучу. Чё тут можно? Кроме русского, английского и все, я больше никаких языков не знаю. Блин, тут кирка есть. Жаль, не взяли. Ну еще там немецкого немного. Конечно. Чуваки, этот человек немецкий учит. Все, они так-то знают. Ты это неустанно говоришь в своих роликах? Я... Ты меня тогда еще спалил как. Это что, плохо что ли, а? Я не вижу немецкий. Ты и так его не понимаешь, так ни хрена, еще учишь зачем-то. Эй! Что там у них происходит? У них что-то там оранье какое-то, там некроморф. Блин, прямо из ниоткуда вылез. Так, ну и чё тут ещё-то у вас сколько? Они сзади. Ну, тогда нет никого. Спина к спине. Я спереди, ты сзади убиваешь. Ну я же сказал, я спереди, ты сзади. Но у меня больше никого нет, мне скучно. У меня ракетница это как добивание какое-то. Добивание. Финиш хэм. Да? Угу. Финиш хэм. Бич. Брутальная победа. Кто здесь? Нет никого. Зря на этой стороне, конечно. Э? Ой, я уже слышу. Я уверен, что зря. Да. Зря я на этой стороне. Я опять забываю на какую кнопку, это как это все делается. Да блин. Вашу мать, а? Как бы стрелять не очень удобно. Да, конечно. Замерзшие лагеря. Локация называется. I just don't understand why he would try to kill you. He blamed me for all the trouble we're in. He kept pushing to go home. Анимация великолепная там в этой игре. But the mission is all that matters. I thought Robert understood that. I'm here for you. I mean that. Вот здесь ради нее.
Ее, точнее. Конечно. Блин, я на ту кнопку нажал. Чё, конечно, все правильно, он ради нее здесь. Ну, а я чё говорю? Ты сказал, конечно. Произвольно намекая на то, что... Это сарказм. Блин, да куда же мне-то? Хватит дышать микрофон. Слушай, а это не гигиенично и немного дерьмово. Да я тебе сказал, хватит дышать микрофон. Как тут дойти до такого? Дышать микрофон. Они сзади. Русские гопники сзади. Да, не знаю. Ну ты кто сделал сейчас? Не знаю. Мы оба не знаю, ну конечно не знаешь ты. Я вообще не бочками стрелял. Я стреляю дробовиком, я не могу владеть тем, как он стреляет. У него разлетная сила большая. Так что я не виновен. Айзек, будь осторожней, пожалуйста. Нет. Не хочу тебя потерять. Я потеряла своего любимого старого мужика. Теперь хочу тебя потерять. Не хочу. Не хочу. Что я несу сейчас? What? Прекрасно, все золотое, да! Так, у меня теперь все... Чё? Цепи золотые. У меня почти все. Только в дробовике не все, но все-таки. Точнее, не одной золотой, только голубая есть. Голубая луна! Голубая звезда. Нет. Ну что, ты будешь уже идти или нет? Я сейчас моду поставлю на пушку и все хорошо. И кто-то жрал и пил чай. Да? Чипсы. Походу это мой дом. Ты долго тут будешь, сейчас лющий. Все, я делаю. Ну пошли. Идем. Хохол, ты сраный. А я сзади буду. Тихо, осторожно, осторожно, тихо. Оп, оп, оп. А, мы еще не дошли до этого. Ну что, ты пойдешь или нет, слушай? Может быть. За может быть, отключай записи, давай, до свидания. Стадис тут валяется, значит он... На кой-то здесь нужен. Да-да, я все кину. Ну и зачем ты это сделал? Он еще даже не падал. Она начинает падать. Это не менее важно. Опа! Я не на ту кнопку нажал. Я на твоем месте туда не советовал, не советую идти. Так кто тебе сказал ее, это как? Мой внутренний голос, как обычно, упал. Внутренний голос, у тебя его нет. У каждого безумца есть свой внутренний голос, аж у Васа. Давай, кто-нибудь может стазисом ее, это как? Да не, все нормально.
Я сейчас могу сдохнуть. Уже не могу. Нет. Не преувеличивай. Я первый. Мы оба. Это была не. Тихо. Да, место я нашел. Давай уже. Он прям вылез из меня. Ой, жизни. Простите. Я это видел. То есть ты просто улетел назад и разваливался на части. Да, я такой. Так о чем он так умеет? Дайте мне гепард руки и все. Опять я. Здесь у меня игра почему-то лагает. Ну ты видишь это говно. Да, столько всякого дерьма на экране, так что она не может не лагать. Да, ну да. Слишком мощный перегруз. Я Черт. Прям в тебе. Ну. Ну Но. Что ты будешь крутить-то? А, вот все. Кооп. Да. Мать его, ёп. Ты что говоришь-то, кематюги? Нет. Это мать его, ёп, это матюк. Ничего не знаю, вот. Вообще ничего. Я это сделаю. Я хочу. Я. Иди. The researchers called it the Codex. Okay. So where is it? We have to make one. And how do we do that? The same way they did 200 years ago with Rosetta's research. Сейчас, думаю, с первого раза это сделаю. Я готовился, я месяцами готовился на то, чтобы это все сделать. Поехали. Смотрите, я сделаю это с первого раза. Да, сделал. Так, смотрите, вначале нужно это сделать. Нет. Да ёшкин же кот. Посмотрите на эту графику. Посмотрите на эти идеально круглые круги. Посмотрите на этот идеально круглый трос. Лучшая графика в мире. Что же мне надо покрутить? Я вижу только как тебя током дергает и все. Все. Наконец. Вот почему Элли сразу побежала, а это там сидит, там смотрит что-то, дура. Потому что Гладиолус. Гладиолус тут ни при чем. Причем вот это вот влагалище. Ну, это Гладиолус бывший. Да сейчас кажется, да насрать на ее пошли. Это Вайда. Мы все убивают. Ну что это она не прыгает? Логика. Нет. Где он нашел этот, не знаю, топор? Вытащил из жопы. Не спрашивай. А, это томагавк. Мы, по-моему, и так сейчас рухнем.
I could have breached, sir, if I just had another second! Я умею летать. Я упал! Точнее, ты упал, а я след за тобой. Ты там трансформируешься опять. Да. Прайм. Автоботы, модернизация. Я где тут по лестнице как будто спустился. Иди сюда, красный. Ты оранжевый. Я желтый. По-моему, почти выбрались. Ну да. Черт. Все, теперь ты и мы. Давай. Говно. Давай за мной, я знаю, что делать. Отвлеки его, что ли, пока. Ауч. Чувствую, он мне сейчас свои отвлекалки в жопу воткнет. Ауч. Тёма, Тёма. Так. Давай сюда. Гоу, гоу, гоу. Отвлекай его, отвлекай. Тёма. Да, он тебе. Гоу сюда, потом там что-нибудь, что хотел сделаешь. На гарпуны его, на гарпуны сейчас засадим. Давай сюда иди. Камон. Как будто он знает, что там гарпуны, это как. Ну чё? Почему его гарпуны не работают? А, всё, работает. Всё, работает. Некроморфов убивай. А, весь гнида. Весь. Да! Наконец-то мы его победили за где-то минуту, наверное. Как нефиг вообще. Тачка! У меня мало жизни. Тёма, отходи! Отходи оттуда! Отошел. Мы справились, мы лучшие, мы крутые. Кто крутые? Мы крутые, мы лучшие в этой игре. Лучшие. Да есть много кто и нас получше. Пошли. Мы не самонадеянные твари. Нет. Ну, давай заберемся и, собственно, заканчиваем. Да, я бегу. Как могу. Я думал, вообще это катапульт, на самом деле. Да, можно так предположить. Ну сейчас-то мы без... Конечно. Без чего? Без проблем дойдем. По-моему, нет. Я так без проблем. А у меня тут все ломается по частям. У меня все. Вообще за тебя все упало. Айзек! А ты что там где? А меня нету. А зачем ты нужен? Знаешь, хорошо, три из четырех, что там, шесть, да, человек было бы? Типа да. Отлично. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять человек. Да не, даже команду целую потеряли. А, да, шесть, там еще был старичок. Да. Вот он, я. Посмотри, как она прыгает. Ну да, мы-то так с собой не умеем. Пока что. Ну и холодно, конечно. Куда я пошел? Вот куда я пошел, скажи мне. Куда-то. В ад. Я хочу в ад. Там тепло сейчас. А мне сейчас холодрыга дома вообще. Да, сегодня, в данное время, когда мы записываем, довольно-таки холодновато сегодня. Дожди что-то. Хотя лето. Какой холод, твою мать. Летом холод, ёпана мать. Мир сходит с ума. Цепь модернизации. Урон плюс... Урон 2 плюс темп стрельбы. Во, отлично. Это, по-моему, эксклюзивка. Ну давай на этом завершим. Да, всем серию. Спасибо, кто посмотрел, кто, возможно, подписался. И всем пока, ребята. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Встань-ка справа от меня.
очередное фото. Да, на память. Всем спасибо за просмотр, подписываемся, оставляем комментарии, ставим лайки. И все, всем пока, да? Да. Пока.